Для когось вчителька – це друга мама, а для когось – перше кохання. А що ти, малий? Забери мене, давай! Що ти, панево, що ти? Давай, що ти, малявка, що ти? Здравствуйте, клас. Ну, держи, не теряй, що ти? Ти ж мій друг, не обіжай тебе ніхто. Ти що, Лена прийшла? Сидим, рти закрив. Леночка прийшла. Куран, кай тобі Леночка. Я Лена Юрівна. Да Юрівна, ти моя Леночка, ти моя. Да. Що? Куран, що ти собі дозволяєш? Я можу полжизни своєї посвятити тобі, Лена. Куран, сядь. Я сяду тільки тоді, коли перегризу комусь горло за тебе, Лен. Так сядь, я сказала. Як ти можеш казати це все після того, що між нами буде, Лена? Так, Куран, не мішай, будь ласка. Начнемо урок. Хто хоче пойти к доске? Не така уж вона доска. Рати позакривай! Рати позакривай! Я глаза порозриваю, собаки! Рати, сказав! Куран! Куран, успокойся, пожалуйста, давай, иди к доске. Господи, оставь стул. Давай, Куран, напомни, пожалуйста, всем тему предыдущего урока. Я не буду це казать вслух. А я сейчас два поставлю. Многочлен. Что смеетесь, что малолетки или что? Что смешно? Многочлен, многочлен. Многочлен. Что смеетесь? Что смешно? Многочлен. Чё... Ты малый или что? Многочлен. Куран, хватит, пожалуйста, я прошу тебя. Почему ты такой агрессивный? Пришло время раскрыть все карты, Лена. Помнишь, полгода назад якийсь дурачок на заднем дворі всі яблуні поваляв і виложив ними «Я люблю тебе, Лена». Так то я був. Та ти знаєш, що в мене на заднім колесі велика катафоти під цвіт твоїх глаз, Лена. Подожди, Куран. Тобто, коли полгода назад кур'єр мені принес під двері 101 розу і 50 кілограм рафаелок, це теж був ти? Да. Так. Все, хватит, меня это достало. Завтра в школу с родителями, понял? Ну тогда и ты своих возьми, Лена. Значит так, сейчас ты собираешь свои вещи, и мы идем к директору, понятно? Ты у меня в 11 класс не перейдешь. Куран, ну что с тобой? Ну все. В моем сердце ДТП, Лена. Куран, ну Куранчик, ну все, ну иди сюда. Ну иди, мой хороший мальчик. Ну, Куран, что это такое? Что это отца тебя обнимает, Куран? Это не отца, это Лена Юрьевна, между нами все кончено. Да еще и конченое. Куран, что это такое, Куран? Нет, тихо, Лена, не надо, она малолетка, она не понимает, что делать. Не уничтожай, Лена, она дурна. Да не надо, Лена. Тихо, не надо. Куран сейчас убивает, уберите стул. Подождите меня. Успокоились! Моя девка. Я извиняюсь. А у вас всегда так проходят открытые уроки?